объясни мне, почему ты сегодня опоздал. Меня поцеловала Вайна. О, боже. Поцеловать — это двухминутное дело. Ты опоздал на 2 часа. Да нет, ты не так поняла. Она уехала мне в задний бампер, и пришлось ждать гаишников. О, я смотрю, ты не один сегодня такой поцелованный. Пришел такой ненужный, ты пришел такой незваный, улыбавшийся натужно, чист, как только что из ванны. Я тебя коснулась нежно и давно как будто знала, и так привычно, так небрежно я тебя поцеловала. Завтра будешь ты не голоден, ты не тот, тебя уж мало. Это завтра, а сегодня я тебя поцеловала. Не с ума я сумкой дамской, туфли, чтобы сразу персти в дамки, чтоб сгорая очи тухли. Завтра я забуду будни, вихрь праздничным кружится, будут розы незабудки, платья, руки, губы, лица. Будет новый принц негоден, он не тот, его уж мало. Сегодня я тебя поцеловала. Я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка. Мир застонет след животных, мало-мало-ала, но это завтра, а сегодня я его поцеловала. И назло всем старым сводням, будь то много или мало, да бог с ним, завтра, вот сегодня я его поцеловала.